У классного руководителя 11 Б 16 школы Алии Узбековой волнительный день. 29 ее выпускников закончили учебу и стали самостоятельными людьми. Нынешний выпуск для учителя 4-й. Они ко мне пришли в 6-м классе, маленькие, конечно, несмышленные были. Много прошло вместе у нас с ними мероприятий, дел всевозможных. Мы, конечно, за это время стали родственниками. Не меньше учителя волнуются ее подопечные. Сегодня, как и 11 лет назад, они пришли в парадной форме. Девушки в белоснежных фартуках, мальчики в костюмах с бабочкой. Это очень волнительно, я очень переживаю. Все-таки мы вступаем на путь взрослый. У нас больше не будет ни уроков, ни... мы уже не побежим в столовую на переменах. Полина решила стать журналистом, а ее одноклассник Сергей Калмыков выбрал спорт. Сегодня он выступает на европейских соревнованиях в составе российской сборной. Я ставил цели и пытался их добиваться. Было сложно, приходилось уроки ночами учить. Торжественный момент. Вынос государственных флагов и флага школы. Выпускники поют государственный гимн. К молодому поколению обращается руководство городского округа. Сегодня для вас, еще вчерашних первоклассников, прозвучит последний звонок. Я хотел обратиться к преподавателям и сказать слова благодарности за тот вклад, который вы делаете в развитие системы образования, за то, что вы в сегодняшних выпускников вкладывали свой опыт, знания, ум, за то, что вы воспитывали их стать настоящими людьми. В этом году школа выпускает два дружных класса, оба профильные, 11 А с физико-математическим уклоном, 11 Б с социально-экономическим. Директор школы Ольга Курьякова торжественно объявила, все 11-классники допущены госэкзаменом. Это итог 11-летней работы всего педагогического коллектива, родителей и самих выпускников. Я хочу пожелать вам, дорогие 11-классники, вам, уважаемые родители, чтобы все заботы, волнения, школьных лет увенчались успехом на едином государственном экзамене, чтобы выбранные вами учебные заведения поступили все. Выпускники поют финальную песню в последний раз всем классом. Девушки едва сдерживают слезы. Важный и трогательный момент последнего школьного звонка в школе номер 16. 58 молодых людей, девушек и парней сегодня заканчивают занятия в школе. Впереди экзамены, но сейчас самая светлая пора – прощание со своими учителями. В этом году в городском округе Щелково заканчивают школы 931 11-классник и 1932 9-классника. В понедельник у молодых людей первый госэкзамен. Михаил Налетов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».